Ты вот сейчас такой, кинцо ведь про супергероев, а тут парень в трико пустил человека на кебаб. Сюрприз, у нас тут совсем другое кино про суперов. Наверное, это более жестокий фильм, чем остальные. Это вообще первый раз, когда рейтинг R просто допустили в комиксах. Я считаю, что это будет как минимум одна из самых скандальных экранизаций Marvel. Единственный фильм от Fox и Marvel, где рейтинг плюс 18. Конечно, тут трэш будет. На человек выиграл билеты. На его плюс. Решил позвонить на радио и что-нибудь выиграть в конце концов уже в этой жизни и выиграл вот так. Дозвонился на Европу Плюс и выиграл. Одна из лучших радиостанций в мире, которая исполняет мои желания периодически. Я выиграла на «Хочу на Кинокайт». Да, Кинокайт на сайте. Я в течение многих лет нажимала кнопку и вот рада, что попала на премьеру. Я очень рад, что это Дэдпул, потому что я ходил на все фильмы Марвел. Я жду жести, жестких шуток, жестких сцен и экшен, конечно, как у Марвел всегда. Ожидаем много смеха, классных шуточек, приколов. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Ну, чего-нибудь новенького, чего еще не было. Чтобы он захватывал, чтобы просто на одном дыхании. Чтобы потом еще целый год ходить и вспоминать про это, что да, ребят, это было так, это было круто. Вот чего я хочу. Дэдпул вообще дерзкий, он, я так понимаю, служит закону, но не обращает внимания на всякие правила приличия. Ни в чем тебя не отказывает и ничего не удерживает. Он как бы не за добро и не за зло, он за себя. Это парень, который всегда может найти выход из любой непонятной ситуации. Очень зачетный, кстати, парень. Ломает стереотипы, ломает четвертые стены. Он вообще неформально отличается от всех других героев. Наверное, своей непосредственностью. Как у нас Винни-Пух, наверное. Сумасшествие. Псих, короче. Он просто псих. Ну, это действительно самый безумный, наверное, персонаж. Он офигенный чувак. Да, я фанат Дэдпула. Дэдпул уже 11 лет жду. Да, с 7 лет я люблю Дэдпула. Любимое блюдо его, конечно же. А рагу из людей? Чимичанга. Чимичанга. Чимичанга, да. Детка, я люблю чимичангу. Я люблю чимичангу. Ну что, пора заворачивать гребаные чимичанги. Же так, Дэдпул. Хорош развозить сопли в стиле Людей Икс, колосс. И потом, никто даже не пострадал. Замечательно. Намного лучше, чем я ожидал. Давно не встречал таких фильмов. Это лучше за последние 2-3 года. Здорово, интересно, саркастично. Позитивно. Очень классно, да. Очень хорошее настроение, вот такой фильм. Очень понравились отсылки к комиксам. Красивая картинка, то есть замечательная игра актеров прелестная. Райан Рейнольдс вообще огонь. Да, это его роль. Юмор вообще очень тонкий, такой хороший. Действительно, да, понравился. Супер. Дубляж крутой. Приехали только из-за дубляжа, кстати, сюда. Специально из Эстонии сюда приехали. Ну, как и ожидали, все круто вообще. А даже если вы не попали на премьеру, обязательно посмотрите дома, в кинотеатре. Это просто вау! Это надо увидеть самим, обязательно. Это хороший супергеройский фильм этого года! Просто отлично, кинокайф супер. Как фильм? Отпадный. Я хорошо снялся, да?